Новый детский игровой комплекс появился в 14-м микрорайоне Майкудука. Средства на его установку выделил знаменитый боксер Геннадий Головкин. Об этом спортсмен сообщил при личной встрече с акимом Карагандинской области Ерланом Кушановым. Встреча состоялась в день открытия в Майкудуке спортивно-оздоровительного комплекса. Горы, качели, турники и многое другое. Детям 14-го микрорайона подарил всемирно известный боксер, карагандинец Геннадий Головкин. Это уже четвертый игровой комплекс, открытый в Октябрьском районе Караганды. Но именно этот является самым большим комплексом. Здесь установлено целых 5 детских игровых горок. Он полностью поддержал инициативу нашего президента и в рамках программы «Туганжер» подарил такой огромный, большой, хороший, красивый детский игровой комплекс, состоящий из 5 горок. На сегодняшний день инициативу Геннадия Головкина уже поддержали 10 бизнесменов. Это 10 успешных людей нашего Октябрьского района. Такие же красивые игровые комплексы будут стоять в Майкудуке, Пришахтинске, в Сортировке. Не случайно Геннадий Головкин сделал подарок детям именно 14-го микрорайона Майкудука. В этих дворах прошло детство прославленного спортсмена. Здесь и по-прежнему живут те, кто помнит Геннадия совсем ребенком. Одна из них – Нина Михайловна Лепеха. Всем двором мы его воспитывали, не только Гену, и Максимку. Максимка был послабже, нежный. Гена был посерьезнее, конечно, поэтому Гена был защитник. Это однозначно. Казалось бы, они разные дети, ну, на мордашку, но и характером разные, но они единое целое. Они друг без друга не могут. Это уже до конца жизни будет. В этом дворе вообще живут большие поклонники Геннадия. Дети щеголяют в бейсболках с логотипом Triple G. И подавляющее большинство мальчишек мечтают повторить карьеру Головкина. Среди них 6-летний Карим Жексибеков. Он даже продемонстрировал свои навыки. О, молодец вообще. Почин Геннадия Головкина поддерживают и местные предприниматели. По информации районных властей, в дальнейшем планируется установка не только детских игровых площадок, но также и спортивно-оздоровительного комплекса для взрослых. Андрей Тенжак, Сулкнуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.